Ребята, всем привет, с вами Александр. Jurassic World, драконы, короче. Легенда Драконмании, да, у нас клановое событие, как вы догадались, по вот этим вот двум гигантским драконам, которые кто-то защищает, а кто-то разрушает нашу крепость. Давайте мы-ка сразу сюда и забежим. Есть у нас отчетчики, я так сразу насобирал 42, хватит на пару дней, наверное, чтобы их потратить. Мы так вроде как бодренько идем, только у противника у нашего 1,6 миллиона, а мы с горем пополам 400 тысяч набираем. Да. Так что противник у нас в 4 раза бодрее, чем мы. Ну ладно, не будем унывать, будем воевать. Так, тут кропаль осталось 5000 добить, блин, ну. Было бы прикольно, если бы мы нанесли последний удар, но увы. Увы. Скажем так, не на запись. Не на запись, будем воевать. Это делаем, это делаем, это делаем. Так, кстати, еще хоть сразу. Наверное, раз у нас такие трагичные новости начали, давайте будем продолжать. Короче, выкидывал всех нафиг вот этих учеников своих, лодыри, отстой, лентяй, так как, не знаю, как хотите, так и называйте. Почему? Вот, смотрите, последний визит 28 дней назад нафиг удалить, пошел в баню. И тоже было во всех слотах. И даже тот, кто воспользовался моим кодом дружбы, тоже был фиг знает сколько дней назад, ребята. Давайте как бы адекватными, не ломимся в клан, если вы лодыри, и не добавляемся в ученики, если вы лентяи. Вот так вот. Мешайте другим людям развиваться. Место только занимают. Гаденыши какие-то были. Вот так вот. Что у нас еще есть такого интересного здесь? Так. Сколько мы тут высидели яиц? 561. Ребята, надо высидеть серую. Алло, она приносит алмазы. Алмазы. Так, у нас один день 16 часов еще остается. Так, куда это, куда? Вот. Под дневным заданием я сегодня выполнил абсолютно все. Немножко что-то там нам навалили. Так, теперь давайте. У нас оставался еще дракончик. Вот там он гуляет. Сейчас мы его качнем и пойдем на карту и заглянем еще куда. Обязательно заглянем в подземелье. Там мне, по-моему, осталось всего лишь пару боев. Здесь мы продолжаем улучшать. Как бы у нас со свитками проблем нет. Все у нас шикарно. Так, даже кто-то тут у нас из подземелья вернулся. Ну давай. Эпический сундук. И чего тут? Это эпический сундук. Это печальный. Это печальный сундук, а не эпический. Хотя ладно. Ладно, ладно. Давайте отправим кого-нибудь. Уровень здесь низкий, потому, в принципе, без проблем отправляем. Ах, занят у меня один дракон. Ну ладно. Тогда не отправляем, что поделаешь. Так, а сегодня мы кого будем качать? Так, куда ты делся? Спрятался. Дракончик Роза. Ну, очень похож на дракончика подсолнух. Давайте будем его кормить. Ладно, не посмотрел, какие у него были показатели изначальные. На втором уровне атака 77. Так. Ну, опять же, можно посчитать. Это у нас эпический дракончик. Зелень, огонь, вода. Ну, ничего выдающегося. А ну-ка, давайте. Было 77, а на третьем уровне сколько будет? На третьем уровне, ау, 92, короче, много добавляется с каждым уровнем. Тогда это, в общем-то, не важно. Кормим просто на 15 уровень минимум. Кстати, может, Анубиса еще качнем на уровень сейчас. А может, и на 2, 6 миллионов еды, насколько нам хватит. Так, 16 левел пусть будет. Ну, вот такой раскрасочка, желтенький, красненький цветочек. А подсолнух у нас какую раскраску имеет? Подсолнух, выходи. Так. Его так, наверное, фиг найдешь, подсолнуха нашего. Ну, давайте будем пока немножко золотишко собирать, а может нам подсолнух попадется на глаза. Он-то, конечно, нам попадется, но увижу ли его я? Он, мне кажется, скорее всего, тут. Где-то здесь должен быть. А, вот и подсолнух, смотрите, мы его нашли. То есть подсолнух зеленый у нас и с желтыми листочками. А там желтый с... А, да у меня даже парочка подсолнухов.
Так они подсолнухи это обыкновенные, ну, то бишь редкие. Да, честно говоря, можно и продать даже. Место занимает только, ну ладно. Давайте качнем еще Анубиса. Куда? Блин, ё-моё, я забыл. Я же его отправил в Академию. Эх, это еще долго придется нам ждать. Ладно, идем тогда на карту, идем в подземелье. Подземельечко, давайте. Тут осталось чего? Это я в магазин зашел. 22 тысячи у нас уже очков, это хорошо. А, я прошел его. Сорян, ребята, прошел мимо кассы, как говорится. У нас, кстати, вот видите, есть временный дракон-боксер. Он, знаете, вот этим спиленным рогом кого напоминают? Кто знает, давайте ставим паузу и пишем. На кого он похож? Это был герой из кинофильма, и он был красного цвета. Раз, два, три, четыре. Это был, короче, Хеллбой, ребята. Хеллбой, он сам себе спилил оба рога. Только они у него были больше на лбу, чем на боках. Но то ладно, то не беда. Так, тогда мы... Ну, что ж поделаешь. Давайте вот еще в магазин зайдем. Ничего здесь не изменилось. Часом в магазине. Ну, мы на зомбика купим. По-прежнему купим на зомбика. Потом купим робота и потом аж чародея. Ну, они же одинаковые с монахом. Стихии только в обратном, не в том порядке, так одно и то же. Одно и то же, ребята. Тогда давайте будем воевать, что ли. Так, иди сюда. Где там мы находимся? А, о, есть такая волшебная кнопка «Найти себя на карте». Опа! И мы уже в дамках. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Пять остановок нам останется, ребята, после вот этого боя. Естественно, нам нужно кого-нибудь нанять. Мы дрались в прошлой серии с умом. Вот смотрите, какой у нас топик стоит круче всех. Интересно, почему? Так, кого возьмем? Кого возьмем? Возьмем. Возьмем Титанина. Отлично. В бой. Так, что же он изобрел в этот раз? Попробуем разговорить тиранов. Так, у нас тут Протус и два огненных дракончика. Ну, которые не совсем огненные. Какие-то они... Ну, похоже, как будто это поверхность звезды, ребята. Как зовут этих дракончиков? А что у них тут по стихиям? Огонь и ветер? А, это просто перерисовали, да? Они сейчас так выглядят. Огонь и ветер. То есть у меня они должны быть. Так. Ну, прикольно. Прикольно выглядят. Хотя нет, подождите, это же в Monster Legend перерисовывали драконов. Ой, монстров перерисовывали. Черт! Они сбежали, даже никакого намека не оставили. Может, они напуганы еще больше нашего? Сомневаюсь. Это у нас была 200-я остановка Айсберг, ребята. Мы уже на финишной прямой, буквально пяток серии будем по одной остановочке проходить, чтобы было поинтереснее. Так, у нас тут долина, давайте продолжим ее собирать. Хотя, наверное, чуток надо оставить. Вдруг для какого-то задания нам пригодится. Где я нахожусь? Уже, кстати, становится интересным уже практически вот эти вот бои. Еще остался один день. Я на 14 месте пока что, да. Но вот уже противники, видите, какого идут уровня. Ну, скоро уже будут абсолютно моего уровня. И будет вообще шикарно. Но это, наверное, через один день, когда мы перейдем в следующую лигу. Будет именно так. Интересно, я хоть когда-нибудь займу чисто так первое место ради интереса. Найти. Есть у нас легенькие пока что противники. Ну, с одного удара пока что все ложатся. Полоса побед 100 штук на шару дают, у нас 37 миллионов. Денежки сейчас нормально собираются. Все отлично.
Ну давайте вот возьмем. А они, кстати, это помощнее команда, чем моя. Мне кажется, нет смысла его брать. Если у нас есть волшебная кнопка, называется бесплатное обновление. И возьмем противника себе по зубам, хотя он тоже нам не уступает. Почему он легкий? В принципе. А, ну драконы обыкновенные, я понял. Понял. Обыкновенного уровня драконы. То есть обычный, необычный. Так, этот туземец, прерия, туземец. Кто он у нас какой? Редкий, по-моему. Да, три стихии, он у нас редкий. Но все равно, мы легко справились за два удара. Восьмое место, ребятки, неплохо. 300 тысяч еще у нас. Смотрите, 600 тысяч. Неплохо, неплохо. Может, такие сможем, за, если я не буду втыкать и за день еще посражаюсь несколько раз. Сегодня еще и завтра буду сражаться. То шансы есть. Так, ну еще у нас есть, конечно же, колдовская арена. Но опять же, пока Анубис у меня в академии, блин, да, не надо было его ставить сейчас в академию, мы могли бы им посражаться. Ну, что поделаешь. Что поделаешь. Так, у нас 652. Так. Давайте будем брать пока что... Кого покрепче, так сказать. Так, прикольный такой дракончик. Там еще можно в нем сделать дверку и сказать, что там живет хобот. Оу, черная дыра. Прекраснейший дракончик. Да, вы мне говорите, чтобы я его прокачал. Но эпика мне вообще бессмысленно качать. То есть, ну и как бы... Демагер неплохой получается, да. Тень, огонь, энергия. Сила удара тоже нормальная должна быть. Но. Мы уже давным-давно отошли от эпиков. Эпиков я качал всего лишь до 40 уровня. А потом перешел уже на легендарных. Так, ну тут мы легко идем. Дракон Муэрте. Напоминает мне тоже из Monster Legend дракона. Монстра из Monster Legend. Легендарный осколочек нам попадается. Так, давайте немножко. Ух ты, три шестерочки, ребята, видели? Кто заметил, тому лайк. Точнее, тот поставил лайк. Этому дело... Сливаем. Вот, кстати, Анубис. Так. Кем будем побеждать Анубиса? Например, вот так. Звездная пыль. Стерта пыль. О, пламенная звезда, или как там тебя зовут? Это фейерверк какой-то. Пламенная звезда, по-моему, так его зовут. Так, ну чё, чья стихия тени сильнее? Конечно же, наша. Она у нас и 6 уровня. Кто-то еще не докачал Анубиса, примерно, как и я. Так. Агент 47-й, до свидания. Арбузик. Кстати, апельсин — это был мой один из первых драконов, которых я качал, вот, как бы там, не знаю, до какого уровня. В самом начале, короче. Апельсинчик. Это еще до того, как я вообще начал разбираться в драконах. В самом начале. Минус 17. Вообще-то мне очень интересно. Давайте заглянем в бой. И он стоит первым. Ну ладно, давайте попробуем. Чего бы нам не сразиться с 70-м. Правда ведь? Делаем так. Вот два вот этих. Обычный. И вот так вот. Да?
Ну давайте, если у него, конечно, там один или два, или это глюк, и у него могут быть все быть такими, кстати. Это тоже не будем исключать. И сразу давайте его умертвим, этого Таи, крутого 70-го левела. Так, первым, не, вообще, зачем ставить самого сильного дракона первым? Походу это, короче, не, это глюк. Я тут зря трачу вот эти вот усилялки свои. Так, ну если следующий дракон у него тоже не 20-й, то... Извините, это нас обманули. Ну да-да-да, нифига себе, минус 17, так я и поверил. Обманщики! Это у нас был такой более дорогой способ сбросить очки, скажем так. Ну, давайте возьмем Архангела и тут какую-то мелочь. Вот, Орел. Мне, кстати, еще Орел нравится. И стихии у него классные. Свет, тень, энергия. Классный дракончик. Классненький дракоша. Помчались. Эу, тигр у меня тут остался. Ну ладно, думаю, Архангел справится без помощи. Сколько? 7 очочков нам дают всего лишь за это. Давайте сейчас последим. 200 у нас. Вот, 7 нам дали. Ну это вообще мелочи. 7 за один, за одну победу. Раз, два, три, четыре, пять... 6 драконов здесь у нас стоит. Грибок. Ну а за победу сколько нам насыпят? То 39, то бишь 139. Кто у меня еще есть? Все, сильных драконов больше не осталось у меня, да? Хорошо. Так, давайте глянем, сколько у меня очков. 200. Ну, короче, это 100. До 200 очков, да, мы за бой получаем. Да. А нужно тысячи, тысячи и тысячи. Это вам не просто так, ребята, да. Минус 17. Ну, вроде бы и неплохо, но что-то мне кажется, что... Нет, мы, пожалуй, потратим этот бой на сброс очков. Минус 15... Ну, поищем сейчас немножко. Минус 16, нет, тоже сброс очков. Так, ну 630, тут еще два раза сбросить и будет 600. Шестнадцать. Как считаете, ребята, шансы есть? О, давайте возьмем Ра. Да, вы писали, что Бастет это дочка Ра. Молодцы, кто знает. Так, ну а мы что-то попытаемся тут взять, да? Сорок, а так этот 60, да? Блин, потратил я все заклинания свои. Но есть еще такие заклинания. 60-процентные. Ну, попробуем давайте. Что нам остается? Извините. Сброс очков.
35-й, ну не, мы бы не затащили, ребята. Никак. Давайте сюда еще заглянем. Может повезет. 40-й. Да тоже не затащим. Жаль, что нельзя посмотреть, кто у нас был там в противниках. Но очков там немного вроде бы. И вот смотрите, вообще тут 30-й. Но опять же, видите, нет. Слишком крепкие. Но это сложно довольно-таки найти. Ладно, все, сюда идем, не глядя. Нечего нам тут топтаться, да? Здесь шансы хоть какие-то есть. 45-й. Это значит, что мы берем вот так и сливаем двух драконов. Кстати, если когда я бы, конечно, хотел набрать команду из легендарных, божественных, да, и потом качнуть какого-то эпика. Подожди, ты же штука 60% снимать должна. Почему это не случилось? Вот хороший щит, 70%. Но он все равно снял половину. Хотя мы уровнем, ну, одинаковые. То есть у него на одну звезду меньше, чем у меня. То есть, по идее, должно было быть все более ровно. А так я получал всего лишь 30% урона и снял он мне половину. Как-то не по феншую. Так, ну, мы победили. Может быть... Блин, а... Да! Фух! Неплохо так. То есть мы сейчас... Ну, короче, было, ребят, это было непросто, но мы это сделали. Фух! Это было круто. Фух. Так, заглянем в осколочки. В божественные. Здесь нужно целых 8. Не хватает. Не хватает. Нам нужно 20, если мне память не изменяет. 20, да. У нас пустота. И, блин, ну, понимаете, здесь великолепные пятигранные звездочки нужны изначально. И на четвертую, и на третью, и на четвертую звезду, блин. Вот другие стихии, да, вот вообще, смотрите, пустота вообще нищенская нужна. На три звездочки. Хорошие осколки, вот. Печально как-то получается. Но здесь то же самое, да. У легендарных такая же самая прокачка дурацкая. Ну и на пятую звездочку, да, вообще тут все нужно. Так. Тут не знаю даже, чем... Миху придется качать на 5, на, ну, на 3 звезды, там, на 5. Или подождать какого-то другого. Наверное, буду ждать. Не хочу я что-то архангела звездочки вкачивать архангелу. Не хочу. Я лучше ему чуть уровень подниму выше, если понадобится, нежели буду тратить на него осколочки. Так, ну этих просто тьма. Просто жесть, как много. 100! 100 великолепных! Ну, с огнем, конечно, меньше. Мы прокачали много драконов. Ветер. Ветер тоже с головой хватит на прокачку на все звезды кого-то. А то и двоих. Здесь тоже нормально, 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 нормально. Ну, здесь вообще много. Здесь нормально. Немного.
мало и мало. Вот такие, в общем-то, дела, ребятки. На этом я с вами прощаюсь. Кстати, кто у нас будет следующий дракончик? У меня тут он уже, наверное, сидит, да. Будет жрица, да? Жрица. Вроде жрица, да? Жрица, посланник, бегемот. А у меня вообще бегемот есть? По-моему, нет. Давайте поглядим, что у меня здесь еще есть. Ну, вот, посланник, газель будет еще у нас. А или у меня две газели? У меня уже есть одна газель. Исида. Будет Исида и крокодил, ребята, да. Вы писали про Исиду. Будет Исида, наверное, следующая. Черная дыра, кстати, тоже. И призрака тоже надо. Ну, я уже вывожу. Уже вывожу. Акции у нас закончились, потому я активно приступил к выведению. Так, еще хотел... Вот, вот, кстати, наша газелька там. А вот наша Бастет. Так, и я хотел вам показать... Во, построил здесь вот эту вот лодочку. И построил вот здесь такой вот идол Ра. Солнечный идол, короче. И вот еще обелиск удачи. Ну, теперь, ребятки, точно все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.